православных сегодня Великий или Чистый Четверг. В этот день вспоминают события Тайной Вечери, последней трапезы Иисуса со своими ближайшими учениками. Священнослужители совершают чин омовения ног, а верующие стараются исповедоваться и причаститься в знак духовного очищения. Как раз в эти минуты божественную литургию в храме Христа Спасителя совершает патриарх Кирилл. Но Великий Четверг также принято наводить порядок в доме, а еще начинать печь куличи и красить яйца к светлому празднику Пасхи. До нее всего 3 дня.